очень понравилась моей девочке. И моя сладкая девочка, все ей понравилось. Александра Сутурмина успела соскучиться по своей любимой классной руководительнице. Пятиклассница вернулась из путешествия. Провела весенние каникулы в лагере «Артек». Эмоции зашкаливают. Появляется много друзей, знакомств новых. Получила очень много эмоций, и впечатление останется надолго. Путевка в «Артек» была не простая, а наградная. И досталась она пятикласснице не за красивые глаза, а хорошую учебу. Первые места в олимпиадах по русскому языку и математике. Победа в конкурсах «Гости из будущего», «Моя югра» – все это достижения отличницы. Сегодня 11-летняя Саша готовится к научной конференции для младших школьников «Открытие». Морально пока еще не настроена окончательно, но мы с мамой уже достаточно много работы сделали, мы уже знаем, о чем мы будем рассказывать, и наша цель этой конференции, вот, и думаю, что у нас будет хорошее место. Еще пока неизвестно, поможет ли конференция выучиться Саше на стоматолога, о чем она очень мечтает. Но если проект одобрят, в будущем будет шанс получить еще одну наградную путевку. Такие дети – будущее школы, ее гордость. На них равняются одноклассники, а педагоги возлагают надежды. Девочка действительно очень одаренная, и самое главное, что в наше такое непростое время родители очень заинтересованы в успехах своей дочери. Это немаловажно в нашей школе и в наше время. Вручаются путевки только отличившимся за особые заслуги в области образования, культуры, спорта и молодежной политики. Ты хорошо учишься, участвуешь в различных конкурсах, олимпиадах и не раз являлся победителем? Тогда самое время получить наградную, бесплатную путевку в летний оздоровительный лагерь. У тебя есть все шансы. Шансы попасть в международный детский центр «Артек», центры «Смена» и «Орленок». Есть возможность отдохнуть и за рубежом. В молодежном центре «Приморск», что в Болгарии. Путевка предоставляется департаментом бесплатно, то есть она наградная. Родители оплачивают проезд, ну, это, как правило, перелет туда-обратно. Вот у нас сбор происходит в окружной группе в городе Сургуте. Оплата известна уже по международному центру Приморска. Вот, сумма перелета туда-обратно составит 39 800 рублей. И известна сумма по «Артеку» – это 26 000 рублей. Алгоритм получения заветных путевок прост. Достаточно зайти на сайт администрации города в раздел «Анонсы». Регистрация, паспортные и личные данные, вплоть до веса и роста, скан копии наградных документов за последние 3 года и, разумеется, особые пожелания, куда и когда родители хотели бы отправить своего ребенка. В предыдущие года выделялась квота на город, и мы набирали детей, вот, исходя из этой квоты. В конце прошлого года в округе эта квота отменена и введена автоматизированная информационная система. На «Артек» эта система называется АИС-путевка, то есть ее запустил непосредственно сам «Артек». По 3 другим лагерям, это «Смена», «Орленок» и «Приморска», это другая информационная система, она называется «Каникулярный отдых». Вот. Все эти ссылки на эти системы размещены на сайте регионального молодежного центра и на сайте нашей администрации. Отбор происходит по рейтинговой бальной системе. Она автоматически высчитывает балл за те или иные достижения. Кому посчастливится отдохнуть летом, не заглядывая при этом в родительский кошелек, а лишь полагаясь на свои собственные заслуги, решают на окружном уровне. Запись открыта уже сегодня и прекратится за 1,5 месяца до даты выезда. Так что родителям стоит поторопиться. Юлиана Сотник, Алексей Николаев. Специально для новостей.